Так, у меня очень много хороших идей, даже у нас, рождается во время занятий. Вот мы сейчас занимались с Мишей, и мы поняли, как заучивать глаголы-то, когда они переходят в past, переходят границу в past, глагол-то превращается. Нам нужно знать таблицу, потому что неправильный глагол, он прям превращается в какую-то другую форму. И надо знать, правильно или неправильно. Если правильный, он у нас вот маркер приобретает. Иди, да, что действие сделано. Но нам-то надо знать, он правильный или неправильный. Мы можем это понять только методом исключения. Если мы знаем неправильный, то, соответственно, мы поймем, правильный это глагол или неправильный. И вот это превращенная форма, например, вот took, это от глагола take, take, так превращается, глагол брать, да, вот он take, у него активная форма, и took, и вот take это глагол, подходит прямо к подлежащему, например, к I take, например, к you, подлежащему, когда мы к кому-то обращаемся, you take, берешь. Ну вот, например, выражение take a shower. Принимать душ – это брать душ. Take a shower. I take a shower. You take a shower. А если уже это произошло в past? Ну, например, yesterday – вчера. Или two days ago – 2 дня тому назад. Или last. Last – это past. Last week. Вот у вас в предложении такие вот указочки на past, пропуски в период past, то тогда вам надо took поставить к подлежащему. И прямо к подлежащему подходит форма took. Чтобы запомнить, я предлагаю просто прогнать через возможные подлежащие, вот местоимение мы возьмем, эту форму took, подставить ее везде. I took, you took, he took, she took, it took. We, мы, took, и они, they took. Ну, например, took a shower, душ принял или принимал. Там раньше принимал когда-то и уже закончился этот период времени. Например, когда я жил в Лондоне, то я там принимал душ по утрам, допустим. И уже этот период закончился. Тогда это будет принимал или принял. Это неважно, по-русски неважно, как мы это, передаем эту форму. I took a shower, you took a shower, he took a shower, she took a shower, it took a shower, we took a shower, they took a shower. Ну вот хотя бы так вот к этим подлежащим именно местоимением подставим. И не забываем, что у нас два друга. Есть глагол take, который превращается в took, а есть глагол shake, трясти. Брать и трясти, брать и трясти. Он такой же, он превращается в shook. Shook превращается он. Мы shook тогда можем подставить прямо к подлежащему. Мы так можем сказать только утвердительные предложения. Никакой вопрос мы тут не делаем и никакой отмены. Здесь мы не можем. Вот с этой формой took, shook мы не используем больше ничего. Просто took или shook к подлежащему. Все, больше ничего не можем. I shook, you shook, he shook, she shook, it shook, they shook. Ну, we shook, я еще забыла. Shook, shook, например, выражение. Shake hands. Это поздороваться за руку. Когда здороваться за руку, руку же трясут. Вот поздороваться за руку по-английски это shake hands. Значит, I shake hands. Но если это уже в прошлом, то shook. I shook hands. Я, например, поздоровалась за руку там с кем-то. You shook hands. He shook hands. She shook hands. It даже. It странно. Это не человек. Ну, оставим тогда. We shook hands. Вот, очень хорошо. Мы поздоровались за руку, да? They took hands. They shook. They shook hands. Они поздоровались за руку. Так, вот мы взяли эти, потом давайте возьмем еще парочку. Глагол come, приходить, а он come. Так, сейчас я напишу come, вот come превращается в came,
одна буква у него меняется. Приходить, да? И вот это came мы подставляем ко всем подлежащим. I came, я пришел. You came, ты пришел. He came, он пришел. She came, она пришла. It came, это не человек. Ну, весна пришла, например. It came, we came, мы пришли. They came, они пришли. И сразу его парочку. Become глагол. Come, become. Become, сейчас напишу его первую форму. Be плюс come. Это становиться глагол. Превращается в became, конечно же. Became. I became, я стал. You became, ты стал. He became, she became. It became, we became. They became. Ну, стал, кем стал? I became a champion. 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 Чемпионом. Чемпионом. I became a champion. You became a champion. He became a champion. She became a champion. It. It became. Так, it became. Тут как-то не подходит чемпион, да? We became. А тут уже мы стали. Мы стали. Тогда лучше, например, friends. Мы стали друзьями, да? We became friends. Можно you. You became friends. Вы стали друзьями. They became friends. Они стали друзьями. Ну вот, хватит нам две парочки. Это take, took, shake, shook. И come, came, become, became. Пока так. Остальные тоже будем так брать глаголы.